зашел на китайскую выставку картин, которую рекламировали, но там сказали запрещено снимать. И хоть в этом выставочном зале у меня есть много видео с этого зала, где много выставок, картин и народное творчество, это вот Херсонский областной союз художников сберег помещение в центре города и делает выставки. А тут сказала девушка, что нельзя ни в коем случае. Ну, хотелось с ней немножко уже спросил, а где же ж бумага, что нельзя, где предупреждение? А она хитро говорит, можно, только если вы сами сфотографируетесь на фоне картин. То есть я должен на фоне вот этих несчастий, в которых люди закатованные, замордованные, свой эгрегор, свое изображение туда с ними и потом в интернете где-то распространять и все остальное. Представляете, какая хитрость китайская? То есть вы берете сами, и она не одна сказала, а вторая подошла, тоже говорит, а вы сами себя фотографируете или пускай кто-то вас сфотографирует, и мы сами даже готовы вас сфотографировать. Хотя Гражданский кодекс предусматривает, если не написано предупреждение, значит разрешено. Ну, то есть, а тут получается, как они напишут предупреждение, если вы сами можете на фоне картин сниматься, а сами картины нельзя снимать. Вот такое вот удивление. Но китайцы, видите, тут тоже всех обхитрили. Это вы на фоне снимаетесь и, соответственно, впечатываете свою информационную матрицу в эти вот китайские обличья, китайские пейзажи и все остальное. Картины выполнены там в стиле «Кругом голубое небо». Они себя не зря поднебесные называют, как немножко выше других народов. Аннотация к выставке, сейчас мы посмотрим. Вот выставка картин «Истина, доброта, терпение» о преследовании в Китае последователей Фалунь Дафа. Что такое Фалунь Дафа, я не знаю. Вот со 2 по 15 августа в Херсоне в выставочном зале Союза художников Украины будет работать международная художественная выставка «Искусство Джэнь Шань Жэнь. Истина, доброта, терпение». То есть выставку они возят по всему миру, по всем городам, собирают эгрегор, не ленятся по всему миру. На выставке будут представлены репродукции 12 художников из Австралии. Так это, видите, даже репродукции. Даже не картины оригиналы, а уже оцифрованные и напечатанные. Из Австралии, Канады, Китая, США, Таиланда, Тайваня и Японии. Всего 40 картин. Оригиналы картин выполнены маслом на холсте в стиле New Renaissance, новое возрождение. Несколько произведений тушью на шелке в традиционном китайском стиле. Сюжеты картин свидетельствуют о поисках истинного предназначения человеческой жизни, об источниках добра и зла. Но там я глянул, там в основном китайские фигуры в полный рост и лица. Лица вот именно там я больше не стал рассматривать, потому что стал беседовать с той, которая... смотрители, там несколько смотрителей на эту выставку там стоит, смотрит. Картина объединила общая идея с помощью искусства показать, как прекрасна жизнь, если следовать высоким принципам истина, добро, терпение. Как полная противоположность этому в картинах изображается жестокое последователей Фалунь Дафа, которая развернул коммунистический режим в Китае с июля 1999 года. Невыдуманные герои картин, которые отстаивают эти принципы, поражают своей силой духа, стойкостью и невероятным мужеством. Ну так подавайте в суд на китайское правительство. А что вы нам тут приехали и просите, чтобы мы фотографировались на фоне ваших картин? Власть действует в Китае, есть Америка, вроде санкции налаживает на Китай, там все остальное, но пускай и за Фалунь наложит санкции дополнительно на Китай, еще там запретит смартфоны ихние вывозить. Ну а дальше пошел, вот так вот Херсон, вот так вот Свобода выглядит, смотрите, вот площадь Свободы наша, красивая, все, и вот так вот сидит свободный человек, сел возле перехода и смотрит на прохожих. Вот так вот оно все выглядит. Вот сидит человек свободный и ни о чем не думает.
Ну вот мы в Гугле открыли поиск картинок, что на выставке есть. Вот смотрите, ничего там такого нету, кругом китайские лица. Вот открыть эти картины, вот сейчас откроется. Искусство Чжань в Харькове, первая столица. Вот оно открывается. Видите, китайские обличья, небоскребы. Вот люди ходят, смотрят эти картины. Ну, как вот такой стиль. И главное, что репродукции они привезли и сделали большую ценность. Так может им выставку наших этих зон заключения отправить, и пускай китайцы на фоне фотографии наших зон фотографируются. Ну а чего? И борются за права заключенных, чтобы лучше их кормили у нас, к примеру. Так чего китайцы не фотографируются на фоне наших картин? Отошлите выставку в Китай, и пускай китайцы фотографируются, ходят. А они говорят, чтобы мы на фоне их фотографировались. И главное, два человека предложила. Давайте мы вас сфотографируем. А сама ты не хочешь себя сфотографировать?